В одном из кафе в центре Санкт-Петербурга на Университетской набережной произошел взрыв, в результате которого погибли и пострадали люди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Сообщается, что взрыв прогремел в кафе «Стрит-бар» по адресу Университетская набережная, 25. Сообщается со ссылкой на экстренные службы, что в числе погибших военкор Владлен Татарский. Владлен Татарский – псевдоним донецкого ополченца, воевавшего в батальоне «Восток», военного корреспондента, блогера и журналиста Максима Фомина. Родился 25 апреля 1982 года в Донецкой Макеевке. Подпишись на наш канал, чтобы быть в курсе всех событий. Спасибо за просмотр.